Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Здорово! Сегодня вообще у меня в планах, сейчас там немножко сундучков дедушки подсыпали, вот, значит, хочу подкрывать, значит, может, сегодня точно выпадет, я чувствую, что сегодня будет победное открытие, да. Сегодня я планирую открыть сундук, как минимум, ну, там, не знаю, хотя бы ножик 1050, я думаю, мы вытащим такой вот змеиный укус, да. Вот, начнем с него сейчас открывать. Так, либо в живом цвете М4А4, либо перчатки я планирую сейчас открыть. Сейчас точно попрет. Сходу. Ну, давай, родной, поперло. Красная. А, блядь. Ну, давай. С Богом. Ну, с Богом. О, фиолетовый. О, кастомный петух, не а королева. Это сколько? Тысяч, по-моему, 25 рублей стоит, да? Наверное, тысяч, может, 25-30. Какова цена? Змеиный укус. Сегодня день перчаток? Ну, давай тогда змеиный укус попробуем. Сейчас, смотрим. Сейчас будет. Опа, стоп, оба-оба! Ого! Пасыки, это этот киберпанковский. А сколько? Галил Атачский операция. Сколько цена аппарата? Сейчас посмотрим, пасыки. Блять. Да что за бред? Какого хуя, сука, красивое оружие стоит меньше, чем ебаный драгонлор конченый, который в 100 раз хуже даже выглядит, чем этот. Ну давай решающий момент попробуем. Вот это, да? Тут тоже перчатки меня ждут. Почему сейчас нельзя кейс вот так вот брать и дергать мышкой, как в старой версии? Потому что так хоть можно было мышкой почувствовать, сколько там вес вообще. Ну, с Богом. Эй, пососи хуй. О, люблю. Стимфалайская птица. Смотрите, пасыки. Это за сколько? Сколько? Сейчас я посмотрю. Мне кажется, около соточки должно быть аппарат стоить. 187 рублей это на Бриксы 1 100 000. То есть вообще, по сути, пустотелая. Понял, пустышка. Позвони Косте Гулевичу и скажи, что Костя ты сосед Дзю. Снизу, что он тебя затопил. И скажи, когда он отдаст деньги за ремонт плюс 79 961 193. Молоко. В этой КС введена система, что каждый 23-й кейс в инвентаре дает хорошие скины. Ну-ка, смотря. Сейчас. Заян, да. Мужики сраные довели меня до слез. Да. Пошли воздушный поцелуй моему разбитому сердечку. Хорошего тебе потока и не калечь больше свои моя лапки. Моя кучечка, сладость, моя кисечка. Пушистик, ням-нямка моя, нямочка моя. Тебе звонит Алина. Когда ты запускаешь малина. Стрим, мало, у меня падла. Так настроение поднимается. Да. Надо открывать 30 кейс в КС система, которая анализирует юбилей у игрока и его семьи. А у меня, так у меня сегодня день рождения. Это 54-й тогда открываю, а тут нету столько. Тут 44 осталось, 42. О, фиолетовый. О, это Нагиев Дима. Это Димкин Нагиев, Нагибатор. Не, ну, это аппарат серьезный, конечно. Да, это челокос лютейший, такой, ну, прям вообще нравится. Ну да, только он дешевый, потому что он не популярный.
дешевый аппарат, но серьезный аппарат. Ты, сука, сидишь на паре, а я, сука, сижу дома и играю на гитаре. Ой, сука, молоко. Старина ржавчик. Открывай мне перчатки, иначе пи***ц. О! Сосипись, сука, пенька, поеду. Быстро, керамбит. А? Я понял. Сейчас точно попрет. Вот это у меня такие были, а это молочные. То есть, ну, они ничего не стоят. Ну, фиолетка уже шота. Так, это самое. Ну давай забудем эту драму, забудем эту тему. Зачеркнуть ли это время мелом? Да, умный. Иди нахуй с такими мемисами. Батя, ты арму скачал? А самолетики? А лаки-блоки? Заткнись. Чувствуешь? Так, ребята, не ходи вашу, не ходи вам запахло. Ваше задание, на, раскумарься. Так, ладно, все. Так, дайте нормально пооткрывать кейсы. Еще 12-15 кейсов. Ну-ка, смотри. Блядь, ебаная фиолетка, сука. Так, 9, 10, 11. Итак, смотри. Ой, блядь. Ну это, кстати, тоже ничего такой. Тысяч, наверное, 5 рублей он стоит. Да, это UCP Tactical, да. 1005. Купи сразу 10 ключей. Так у меня типа они же разные сундуки, дурак. Это на первый взгляд кейс может быть плохим, но по новой системе 23-й кейс выдает хорошие, дорогие скины, проверь. Давай, 9, 10, 11, то есть 9 плюс 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот этот, что ли? 23. Да-да, готов кнопку бана. О, бан, пидор. Бан, 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 бан его. Да, сейчас точно будет. Не хочу ничего больше открывать, просто денег нету, все, вот. Ну, Заюш, давай. Либо ножик, либо револьвер, либо бан. О, банчик. Рикошет, Зая. Батуа, Юсик, бан. Юсику бан. Так, Маслори. Вот он, тот самый. 14-й. Молоко. What the fuck? Ну что, все, да, Максим? Или фиолетка пойдет? Не, фиолетка тоже бан. 21-го Анатолий Подрыщенко, понял. Да, Толя, сука, пиздец. Даже, сука, не фиолетка. Так, ну шо, уборщик Путина, все, да? Давай, либо перчатки, либо бан. Обезьянный камуфляж. Бан, блядь. Итак, смотри. О, все, бан. Капрал, бан. Да, мы вот сидим, уже открываем час, и за это время выпало только два ножа по 50 тысяч. Ага, по 200. А, по 200, точно.
Рублей. О боже, ты мой герой. Тысяч? Не, рублей. Иди нахуй. Молоко. Очень наше. Мама, блядь! Ебать, вы видели, сука, краснуха пошла, рядом прошла, тварь. Сука, ржавчик ебаный. Сейчас попрет. Девятка. Хуятка, блядь. Бан. Лазурный хищник, бан. Тоже бан. Жуанка, если сейчас не выпадает сюрприз никакой, с тебя фотка письки. Все. О! Какой уебище, пиздец. Укус изумрудного яда. О! Да, Толик, сука. Про баблу тоже бан. Деда, поздравь, пожалуйста, моего друга Марка с час днем рождения. Да ёб твою мать, сука, а? Опять хуй. Тебе хорошего стрима. Сейчас я пополню, да, уже 10 тысяч рублей почти потратили. Но пока ничего не выпало. Но ничего страшного, будем открывать, пока не выпадет нож за 250 тысяч, как и планировалось. Так, разлом бан тоже, Толик. Еще разлом. Что написано здесь? Только раз. Я понял тебя. Нахуя ты тут хуйню выставил? Убери ее, пожалуйста. Не хочу видеть то, что ты открыл. Ротик закрой, пожалуйста. О, тоже бан. Ой, сука, какая мразь, а. Знаешь, есть такая пословица, типа, родился в рубашке. И чё? А ты родился обоссан габеном. Ты чё, долбал? Извини. Итак, сейчас будет особо редкий предмет — императрица. А, сука. Хуяку не хочет. Либо открывается что-то, ну, интересное, что, либо бан. Потанцуем ламбаду любви. Ну что же, начинаем. Пам-парарам-парарам-пам-пам. Пам-парарам-пам-пам-пам. Дедушка, а? Привет, чатик. Здравствуй. Привет. Леонид Жуков, мой бро. Хай.С. Волгограда. Кстати, я сам я с Волгограда. Хочу 500, а ты? Дедушка, я не хочу. Сейчас Дима Козел 1-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 
Ну давайте, блин, еще 20 штук открывать. Дед, речь тоже с Волгограда. Сочувствую. Я понял. Нет, ты хочешь, чтобы я типа пизды ему дал? Не, не буду, зачем? Солдат ребенка не обидит. Ба-ба-ба-ба. 87 500. Так, осуждаю. Здесь все позитивные, здесь негатива наливать не надо. У, сука! Ля, Маслори выкатился за компа! Люди, которые в туннелях, дают о себе знать. Чтобы о них не забывали, ну что, и чтили, и уважали. Ну что же, начинаем. Пам-парарам-парарам-пам-пам. У, сука! Установку делает. А! 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 А, сука, почти доделал, чуть не обосрался. Ба-ба-ба-ба. На диком западе ГГ. Не, что-то не прет вообще. Не, я не знаю, уже сколько, 30 их открыли. Пока ничего не было, даже дороже, чем 300 рублей, по-моему, ничего не выпало. Потратили уже десятку точно. Да, сейчас я попробую. Всем привет, это Богдан. Я сейчас точно открою, у меня все подючится. Ну что, клютим. А, ты это хочешь отпускать, а за Чарльза? Еба... Да ладно! Да ладно, выпало никому, да ну на! Пизда, да ладно! Ну что же, а сколько стоит такой? Бадана, вы
выпало, никому другому не выпало. Мне только Богдану. Офигеть, кость Богдану. Сколько стоит, блин? Капец, Боже. Сколько, 50 тысяч? Это мой ножик теперь, блин, богдановский. Че, а ну давай, все, вставай нахуй сюда. Давай, давай. Кого, блядь, это мне выпало. Это мой ножик. Давай, давай, нахуй, все, иди, пиздюк. Это мой ножик. Дурак, блин, я выпал, мне выпал ножик, не тебе. Чего, где, ты че, нахуй, пошел вон отсюда. Хорошо, какова цена данного аппарата? Итак, смотря. Ебать, 34 тысячи. 34. Пасеки, вот это я понимаю, поперло. Нормально. Ну, тридцатка точно есть. Вот это другое дело, блин. Золотая жила вылезла из почвы. Жесть. Да-да-да-да-да. Я-да-я.